Привет! Рада, что вы заглянули на мой канал. Хочу предложить вот такой вариант салата на праздничный стол. Получается вкусно и нарядно. А если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить другие вкусные рецепты. Все ингредиенты этого рецепта также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить! Режем куриную копченую грудку сначала на пласты, толщиной примерно 0,5 сантиметра. Разделяем, берем понемногу и нарезаем тонкой соломкой. Перекладываем в тарелку. Перец болгарский моем, очищаем и также нарезаем мелкой тонкой соломкой. Перекладываем в пиалочку. Берем синий лук и нарезаем мелким кубиком. Уже вымытую петрушку также нарезаем мелко. Берем огурец, моем, отрезаем хвостики, режем на тонкие пласты. И нарезаем наискосок, чтобы придать длиннее форму, также тонкой соломкой. Перекладываем на тарелку, трем на мелкой терке твердый сыр, отварные яйца делим на белки и желтки. Белки трем на мелкой терке, желтки пока не трем. Берем оливки зеленые без косточек и нарезаем тонкими кружочками. Все ингредиенты у нас готовы, будем собирать салат. Я взяла форму для выпечки, кольцо без дна. Кладем на тонкую тарелку и на дно кладем куриную грудку, равномерно распределяя. Затем слой майонеза. Следующий слой у нас оливки. Затем кладем синий лук. Посыпаем все зеленью. И снова слой майонеза. Затем соломкой огурцы равномерно распределяем. Слой майонеза, кладем яичный тертый белок, хорошо распределяйте, часть тертого сыра, болгарский перец. Слой майонеза и кладем оставшийся сыр. Хорошо распределяйте.
и в завершение трем яичный желток. Открываем кольцо аккуратно и осторожно снимаем. Украшаем сверху майонезом, формируя сеточку. И для более праздничного вида сверху кладем зерна граната. Друзья, если вам понравился рецепт, делитесь их с родными. Отличных вам праздников, настроения, до новых встреч на моем канале. Готовьте с любовью, живите вкусно!